Доброго времени суток всем подписчикам канала Слайлама. Мы решили попробовать снять необычное для нашего канала видео. Необычное оно в том, что, во-первых, это первое видео, которое, предметное, а не о том, что у нас произошли какие-то новости, там, подписчиков стало больше на канале или мы отмечаем один год. Это видео будет касаться того, что непосредственно является темой нашего канала, то есть фототехника, видеотехника и вообще различные виды техники. И приурочено видео будет к тому, что я, переводчик, который переводит видео для вас на канале, заказала себе фотоаппарат. И заказала не просто фотоаппарат, а фотоаппарат в магазине Digital Ref TV. Вот, можете сами посмотреть. Он пришел вот буквально сегодня. И сейчас мы его будем с вами вместе распаковывать. Так. Начнем сначала. Вообще сервис работает очень хорошо, и выбрала я магазин Digital Ref TV не потому, что мы очень любим канал Digital Ref TV, хотя мы его очень любим, но потому что там была более выгодная цена по сравнению с Амазоном, что является на самом деле там практически на $100 отличался фотоаппарат. И сразу вам скажу, что фотоаппарат это Panasonic LX100. Причина, по которой я выбрала этот фотоаппарат, на самом деле неоднозначно, то есть их несколько. Первая причина в том, что Андрей очень советовал этот фотоаппарат, а если Андрей что-то настойчиво советует, то с этим сложно бороться. Вот. Потом мне просто хотелось что-нибудь маленькое и компактное. И еще из одной причины было то, что очень хороший объектив в этой камере, и он не сменный и не съемный, и также камера может снимать хорошее видео. Вот. Очень много антистрессовой пленки, приятный шорох. Коробочка такая небольшая. Я помню, когда я покупала свой первый фотоаппарат Nikon D3000, по-моему, там была огромная коробка и огромная сумка, а тут все такое маленькое и хорошенькое. То, что надо. Итак, открываем. Вот еще одна штука. Оп. И тут я себе заказала в дополнение к тому, что идет, непосредственно в комплекте в самом фотоаппарате, маленький наборчик от Digital Ref TV. Давайте посмотрим. Значит, такая приятная сумочка нежного цвета. Кошелечек для карт памяти. Что тут у нас? Липучки. И тут есть такая петелька, куда его можно повесить. Самое главное, что эмблема Digital Ref. Потом у нас тут стикер. Какой, чтобы его было видно. Вот, отличный стикер розового цвета. Все как любят девочки. И маленькая микрофибровая салфетка для протирания линзы, насколько я понимаю. Ну, не только линзы. Так. Потом я заказала себе карту памяти на 32 гигабайта. Вот такую вот. В принципе, должна быть неплохая. Да. Дальше тут вот идет отделение такое. Лежит провод. Провод. Обычный провод. Такая вот штука. Тут такая же штука. Интересно, что тут есть такие заглушечки. Мне кажется, это удобно. Вот, смотрим дальше. Открываем вот это отделение. Тут у нас какой-то диск. Это хорошо. Тут гарантия, сертификат. Надо его будет подписать. Ничего не видно. И инструкция, конечно же. Потом мы открываем дальше. Давайте оставим самое интересное на потом. Откроем сначала вот это отделение. Тут у нас какая-то веревочка. Это, наверное, для того, чтобы прицепить крышечку от линзы к объективу. Капитан Очевидность сработал. А потом что тут еще? Маленькая вспышечка. Она такая хорошенькая. Такое... Просто солнышко такое маленькое.
Так, для зарядки батареи. Провод с американской розеткой. У-ху, то, что надо. И ремешок для фотоаппарата, который пригодится. Вот с надписью Lumix. И что тут еще? И USB микропорт. Хорошо, и теперь достаем самое главное. Он такой маленький, такой тяжеленький. Вот сама камера. А главное тут, опять-таки, как сказал Андрей, это вот этот значок L, что обозначает Leica. Поэтому с камерой можно понтоваться. Это важно. И Leica написано также на объективе. Вот. Мне нравится то, что у него такой немножко ретро-дизайн. Это, мне кажется, мило. Значит, вот сюда мы за эти штуки зацепим ремешок потом. Вот это вот ходшу, куда вставляется вспышечка. Вспышечка, конечно, милейшая. Так, ну что, включим? Опа. Вот мы включаем, выехал объектив. Мне очень нравится вообще компактность. Сейчас я вам покажу, что тут видно. Вот. Видите? Нету карты памяти. Вот. Ну и разные кнопки. Я пока не знаю их назначения. Я не самый лучший фотограф в мире. Вот тут такие штуки, чтобы их покрутить. И вот такие кнопки, чтобы их понажимать. На этом все. О своих успехах фотографии я буду рассказывать в группе, делиться буду фотографиями в группе Слайлама ВКонтакте. Так что приходите туда, смотрите. И, я думаю, будут еще появляться новые видео, возможно, о фото и видеотехнике или о чем-то другом, но теперь есть на что снимать, и это будет не телефон, а очень даже неплохая камера, которая снимает 4К. И это здорово. Спасибо, что смотрели мою распаковку, первую, дай бог, не последнюю. Вот, и удачи вам, хорошего настроения, пишите комментарии, подписывайтесь на Слайлама ТВ. Шутку я вам никакую рассказывать, наверное, не буду. Сейчас подумаю немножко. Шутка. Нет, шутку рассказывать не буду, потом, может быть, Андрей допишет. Все, всем пока, хорошего настроения.